Сегодня подвели итоги летней оздоровительной кампании. Совещание провела уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. В режиме видеоконференц-связи в мероприятии приняли участие представители заинтересованных федеральных министерств и ведомств, в их числе и уполномоченный по правам ребенка при главе республики Артур Кокаев. Организация летней оздоровительной кампании на территории страны состоялась частично из-за риска распространения COVID-19. В своем докладе детский омбудсмен обратил внимание участвующих на серьезную ухудшение ситуации в этот период, связанное с травматизмом и смертностью детей от внешних причин. Анна Кузнецова призвала объединить усилия всех заинтересованных органов для достижения результатов, определить, что нужно сделать для того, чтобы следующим летом не было негативной динамики.